В Карачаево-Черкесии, как во всей России, продолжается прививочная кампания. Более 100 тысяч жителей республики уже завершили оба этапа вакцинации. О том, как вакцинируется население Карачаева-Черкесии в городах и районах, расскажет Мурат Джанкезов. По последним оперативным данным, в Карачаевском городском округе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией в общей сложности почти 6,5 тысяч человек. Из них выздоровели 5,5 тысяч. На сегодняшний день 579 человек находятся на амбулаторном лечении, а тяжелых больных отправляют в ковид-госпитали Черкесска, Хабеза и Усть-Джугуты. Большие надежды возлагают врачи на массовую иммунизацию населения, чтобы выработать коллективный иммунитет от COVID-19. Прививочная кампания начата уже тоже с начала этого года. На сегодняшний день запланировано провакцинировать 44 534 человека, жителей города Карачаевска, Карачаевского района. Провакцинировано вакцинами различными, это «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Эпивак Корона» и «Ковивак» 11 683 человека, что составляет 26,2%. Каждый день двери Карачаевской центральной городской и районной больницы открыты для всех желающих привиться. Тем самым обеспечивается безопасность как самих пациентов, так и их близких от тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции. Жители республики могут привиться у нас в районе, могут записаться на прием к врачу через госуслуги, также могут через регистратуру записаться, подойти. Прием осуществляется каждый день в прививочном кабинете до часу дня. Также больной приходит на осмотр, берем общеклинические анализы, производится осмотр, измеряется давление, пульс, сатурацию меряем, и потом больной проходит в прививочный кабинет для вакцинирования. Сегодня дефицит или нехватки доз вакцины нет. Каждый день десятки человек без толчи и суеты проходят процедуру вакцинации. У нас в наличии все виды вакцин: гамковидвак, спутник лайт, ковивак и эпивак. Пациент при желании может выбрать любую вакцину и привиться у нас в кабинете. Я ж дважды привилась, даже спутник, а теперь пришла на третью ревакцинацию. Как вы себя чувствуете? Нормально, без всяких этих. Нормально себя чувствую. Я первый раз пришла, просто хочу привиться, сохранить здоровье. Так, я тоже на ревакцинацию пришла. Отлично, прививайтесь все. Никаких проблем, все шикарно, все замечательно. Никаких переживаний. В Карачаевском городском округе прививка от коронавируса охвачена около 30% от общего количества жителей. Несмотря на не очень большую активность, процедурный кабинет больницы не пустует. Кроме того, постоянно проводится разъяснительная работа, особенно среди лиц старшего поколения. Мурат Джанкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.